Вот Honda Odyssey 2005 года выпуска, EXL комплектация. Машина в живом состоянии. Сейчас по толщиномеру пройдемся. Салон, двигатель, все покажу конкретно. Заводской вообще автомобиль, вот как вы видите, пока что. Շատեք ունեցե հա Odyssey։ Այսպես մի հատն եմ վերի, եթե մնաց էլ չծախի ծավտը։ Բաբշե բազարը չի բերվես հա։ Գարաժը կայնացվե, անեքշել են, կայնացել են գարաժը, եկե տեսել են։ Вот как вы увидели, машина в хорошем состоянии, жестянка хорошая очень, передний бампер покрашен у автомобиля. И сзади два крыла покрашены. Салон в идеальнейшем состоянии. Вот как вы видите, подлокотники, бар. Потертых мест вообще нету автомобиля. Торпеда, лобовое без каких-либо проблем. Руль вообще в идеальнейшем состоянии. Подогрев сидений. Задний ряд. Монитор, потолок весь чистый, а у автомобиля, в общем, обивки дверей всех в хорошем состоянии. Ключ, домкрат, запаска, все на месте, багажник чистый. Вот салон, как вы видите, в идеальнейшем состоянии у автомобиля. Царапок вообще нету автомобиля.
Пробег автомобиля 122 239 майл. Чек это горит из-за катализаторов, но это можно исправить. Остальное вот никаких ошибок я не вижу. Кондиционер фреон добавит при покупке хозяин без каких-либо проблем. Ходовая тоже в идеальнейшем состоянии автомобиля. Люк тоже работает у автомобиля. В общем, хороший семейный автомобиль. Кто хочет, бюджетный очень вариант. Сейчас двигатель тоже покажем. Все заводское, вот посмотрите, чашки все заводские, лонжероны все целые, капот заводской, вот четко все работает. Сказка та с меня тахтается. Двигатель идеально работает, спасает на дне. В общем, машина очень в хорошем состоянии. Если вы хотите покупать этот автомобиль, номер Асылбек есть в описании под этим видео и на экране тоже виден. Позвоните, заказывайте, оформим, отправим в кратчайшие сроки этот АТС для вас.